они, наверное, думают, что если они вот начали ломать кинотеатр, то победа уже на их стороне. Мы им не дадим строй. Мы будем следить за каждым их шагом, за каждым сантиметром. Мы их завалим жалобами, претензиями. Я верю, что нам удастся, ну, хотя бы изменить проект. Кинотеатр, понятно, уже не вернешь, видите, что от него осталось. Мы изменим проект, и новый Улан-Батор на этом месте будет таким, как мы хотим. Малоэтажным и с полезным для района наполнением. А вообще, вот посмотрите, видите, как прислушивается к нам власть? Видите вот этот лозунг? Главная Москва, главные москвичи. Видите, как он притворяется в жизнь? Вот посмотрите, сегодня рано утром, что называется, без объявления войны, а именно без предупреждения за 3 дня, как полагается по постановлению правительства Москвы. Вот это вот все началось. И завтра как раз у нас заседание суда. Строительство, в принципе, можно остановить, ну, не на любом этапе, но на этапе котлована можно. Я верю, что мы добьемся. Надо понимать, что российский суд больше не существует, так? И, конечно же, решение этих проблем, оно будет не внутри суда, оно будет здесь, на улице, оно будет в новом зале заседания новой Мосгордумы, оно будет в массовости протеста против того, чтобы москвичей не спрашивали. Главный посыл всех людей, с которыми я общался на этих выборах, мы требуем, чтобы с нами общались. Мы требуем, чтобы наше мнение знали, чтобы наше мнение учитывали, чтобы наше мнение спрашивали и слышали наш ответ. Мы присутствуем при незаконном сносе памятника советского модернизма, ценного градообразующего объекта, кинотеатра, бывшего кинотеатра «Ракета», ныне Улан-Батор. Москвичи, жители этого и других районов совершенно однозначно и многократно высказались по поводу того, что этот объект нужно сохранить, что он нужен в нынешнем виде как важный культурный центр района. Этот бывший 9-й микрорайон является, безусловно, и памятником архитектуры, и памятником культуры советского периода. Сюда вводят экскурсии. Это очень важная часть отечественной истории. Мы настаиваем на том, что этот объект должен быть сохранен. Более того, жители доказали, что работы здесь не могут проводиться в силу имущественно-земельных отношений, то есть этот земельный участок граничит с участком многоквартирного дома, поэтому работы здесь проводить нельзя, затрагивается территория, на которую жители имеют права. Завтра должен состояться суд по этому поводу, и именно поэтому разрушители так судорожно торопятся. Мы добьемся того, чтобы этот снос был прекращен, чтобы он был признан незаконным. Мы будем протестовать против того, чтобы на этом месте строили торгово-развлекательный центр. Я напоминаю, помимо общего акта агрессии по отношению к Москве, здесь еще и мошенничество, потому что объекты выкупались для обновления, для реконструкции, то есть для сохранения в первозданном виде с некоторым ремонтом и обновлением. Но вместо этого компания, которая завладела объектами, это мошенники, которые вместо этого занимаются сносом. То есть эти мошенники тоже должны быть привлечены к ответственности за обман.